Мы продолжаем наши виртуальные путешествия по третьей эволюционной тропе. И в прошлом рассказе мы познакомились с принципами объединения шариков или атомов, как можно их назвать, как угодно, в упорядоченные вещественные структуры. Познакомились с законами симметрии. И выяснили, что можно выделить некоторую отдельную группу атомов, называемую элементарной ячейкой, которая будет тем кирпичиком, из которого можно создать структуру сколь угодно больших пространственных масштабов. Такое представление атомов, объединенных определенными законами симметрии, позволяет выявить последовательные усложнения структуры. Совокупность симметрии одной ячейки назвали сингонией. И мы увидели схематическое изображение таких ячеек, которых оказалось всего лишь 14 типов. То есть в природе существует только 14 сингоний. Чтобы возобновить их в памяти, сейчас на экране мы снова на них посмотрим. Именно такие ячейки являются первичными звеньями упорядоченных вещественных структур, которые названы кристаллами, эволюцию которых мы рассматриваем как второй вариант развития на этой тропе. Когда мы говорим о размерах тех объектов, которые можно построить из этих ячеек, то должны всегда помнить, что скапливая все больше и больше атомов в определенном объеме, притом независимо от того, это будет упорядоченная структура или хаотичное собрание атомов, мы неизбежно придем к пределу, называемому лая-границей. С ней мы уже знакомились в прошлых рассказах. Поэтому это и будет ограничивающим фактором эволюции таких вещественных структур, с которыми мы уже познакомились. Но в отношении размерности кристаллов теоретических пределов не существует. Так, заполняя слой за слоем весь наш условный объем, получим структуру вполне определенной систематики, подходящей для одной из показанных здесь 14 сингоний. Это уже будет реальный кристалл, и фотографируя его в рентгеновских лучах, можем увидеть размещение в нем атомов. Но, конечно, такие изображения еще надо расшифровывать, а реальная структура кристалла бывает настолько сложная, что по фотографии не сразу удается ее опознать. Напомню, мы пока рассматриваем заполнение такого условного объема одинаковыми атомами. То есть это простые вещества, которые как раз и состоят из атомов одного химического элемента. И хотя в окружающем нас мире сложных веществ на порядки больше, мы вначале продолжим рассмотрение внутренней структуры простых веществ, а затем перейдем к сложным веществам, потому что эволюционная тропа так и развивалась. От простого к сложному. Сейчас, используя возможности современной компьютерной графики, рассмотрим несколько примеров моделирования кристаллических структур. И, конечно же, начнем мы с устройства простых веществ, которые в основе своих структур имеют примитивные элементарные ячейки. Наиболее простую пространственную конструкцию имеют вещества, частицы которых располагаются послойно друг над другом. В этом варианте для представления самой простой модели отдельной ячейки нам достаточно иметь два слоя. Выделяя группу частиц по совокупности элементов симметрии, находим элементарную ячейку кубической сингонии. Поскольку частицы располагаются на внешних вершинах ячейки, принадлежат одновременно и к соседним ячейкам, здесь они показаны как 1/8 сферы. Такую структуру имеют металлы, марганец, полоний, а также кристаллический азот при сверхнизких температурах. Однако большинство веществ, имеющих кристаллическую структуру, свою решетку с металлическими или ионными связями, проявляет тенденцию к образованию плотнейших упаковок атомов. Симметрия такой упаковки частиц является основой будущей кристаллической решетки. Для представления структуры элементарной ячейки следующих простых веществ нам достаточно будет 3 слоя плотнейшей упаковки атомов. Ее обнаружение в пространственном расположении атомов требует некоторого предварительного анализа.
После выделения отдельной пространственной группы атомов убеждаемся в наличии элементов симметрии. Далее по совокупности всех обнаруженных элементов симметрии определяется сингония. Эта анимация показывает нам элементарную ячейку гексагонального типа. Среди окружающих нас простых веществ ее имеют берилл, магний, титан, цирконий и многие другие. Но, конечно, для каждого из них параметры ячейки будут индивидуальны. Симметрия пространственных плотнейших упаковок частиц вещества зависит от фактического расположения плотно упакованных слоев относительно друг друга. Для того, чтобы распознать следующую модель кристаллической решетки, нам потребуется 4 слоя плотнейшей упаковки атомов. Анализ пространственного расположения показывает наличие сингонии более высокой категории, чем в предыдущем случае с 3 слоями атомов. Весь комплекс элементов симметрии позволяет определить элементарную ячейку как кубическую границентрированную. Мы ее видим на экране. Решетку такого структурного типа имеют наибольшее число кристаллических веществ, металлов, которые имеют свойство кристаллизоваться. Серебро, золото, медь, алюминий, кальций, свинец, никель, платина и другие распространенные химические элементы имеют такую структуру. Продолжающиеся эволюционные процессы еще больше усложняют структуру вещества. И сейчас нам понадобится 5 слоев плотнейшей упаковки атомов. Проведя анализ расположения узловых точек, выделяем группу атомов, которая может быть представлена как элементарная ячейка. По совокупности элементов симметрии определяем ее сингонию как кубическую объемно-центрированную. Здесь показана ее модель. Среди простых веществ такую кристаллическую структуру имеют металлы. Железо, ванадий, молибден, вольфрам и другие. Многие вещества, структуру которых мы сейчас рассматриваем, могут образовывать несколько вариантов своих пространственных структур. Такой полиморфизм простых веществ называют аллотропией. Для нашего дальнейшего исследования наиболее интересным веществом, обладающим таким свойством, является углерод. Разнообразие модификаций обусловлено способностью углерода образовывать химические связи различного типа. Как уже было сказано, сегодня известно около 10 модификаций структурных образований из атома углерода. Следует отметить особую роль углерода в органическом мире. Практически вся органика образована с участием атомов этого вещества. Все это определяется его уникальной способностью образовывать связи углерод-углерод, делающие возможным существование сложных молекул с разными свойствами. О некоторых из них мы будем говорить позже, а сейчас познакомимся со структурой всего 2 модификаций. Первое – графит. Мягкое черное кристаллическое вещество, представляющее собой тригональную модификацию углерода. Его кристаллическая структура состоит из отдельных самостоятельных слоев атомов углерода. Расстояние между атомами в слое 142 пикометра. Каждый из них объединяется одинарными связями с 3 соседними, так, что они образуют шестиугольники. На экране мы видим модель структуры графита. В литературе можно встретить такое образное сравнение. Говорят, что кристалл графита состоит из гигантских плоских молекул, связанных слабыми силами взаимодействия в пачку. Расстояние между слоями равно 340 пикометров. И сложены они в пространственную упаковку по гексагональному типу. Вторая аллотропная форма углерода, которую мы сейчас посмотрим, называется алмаз. Это один из самых твердых природных земных минералов, поэтому весьма дорогостоящий. Структура кристалла характеризуется кубической центрогранной решеткой с расстоянием между атомами углерода 158 пикометров. Однако ребро элементарной ячейки составляет 8 атомов при длине 356 пикометров. Принято выделять такие разновидности алмаза. Борт. Неправильные кристаллы и их осколки. Балас – шарообразные борты.
черный алмаз, его еще называют карбонадо, тонкозернистые пористые агрегаты. Природные алмазы с разных месторождений имеют различную форму. Ограненный алмаз называется бриллиантом и используется в ювелирных изделиях как драгоценный камень первого класса. Размер и вес алмаза измеряются метрическими каратами. Один карат равен 0,2 грамма. Позже мы снова возвратимся к графиту, а сейчас посмотрим на структуру веществ, которые называются сложными. То есть такими, которые состоят из атомов нескольких химических элементов. В окружающем нас мире таких веществ подавляющее большинство. Можно даже говорить, что в природе практически невозможно найти простые кристаллические вещества. Все природные кристаллы состоят из атомов нескольких химических элементов. Сейчас мы посмотрим образование кристаллического вещества, состоящих из атомов двух элементов. Для построения пространственной конструкции нам достаточно три плотно упакованных слоя. После определения элементов симметрии группы составляющих частиц находим модель объемно-центрированного октаэдра. Такую структуру кристалла имеют многие сложные вещества. Наиболее типичным примером является кристалл поваренной соли. По своей сути, его кристаллическая решетка образована атомами двух элементов – натрия и хлора, которые объединяются ионной связью. Поскольку натрий легче теряет частицы со своей оболочки, его размеры меньше, и он получает положительный заряд. Такие частицы называются катионами. Атом хлора получает избыток частиц в оболочке, отчего становится отрицательно заряженным ионом, анионом. В решетке каждый из атомов одного заряда окружен шестью атомами противоположной полярности. И образуют они октаэдрическую пространственную группу. Составленная из таких групп кристаллическая решетка имеет набор элементов симметрии, свойственный кубической элементарной ячейке. Сравнивая такие конструкции кристаллов, видим, что фактически в элементарных ячейках происходит замена атомов одного элемента на атомы другого химического элемента, без нарушения строения самой решетки. Такое свойство замещения в эквивалентных позициях кристаллической структуры атомов разных химических элементов называется изоморфизмом. Все это приводит к образованию веществ с равномерно перемешанными частицами во всем объеме. Они получили название смешанных кристаллов или твердых растворов. Однако структура сложных веществ не ограничивается только октаэдрической группой. Сейчас, как пример, посмотрим на образование еще одного варианта смешанной кристаллической структуры. В этом варианте образуется тетраэдрическая группа атомов, которая является основой построения огромной разновидности минералов. В принципе, явление изоморфизма, то есть образование смешанных кристаллов, может наблюдаться только при условии примерной равности замещающих друг друга атомов и близостью объемных параметров кристаллических решеток, составляющих простых веществ. Хотя они могут иметь и различный набор элементов симметрии, то есть различную сингонию. В данном случае снова вступает в силу правила о минимуме энергии. Если смеси кристаллизующихся веществ энергетически выгоднее образовать смешанные кристаллы, а не оформиться в виде индивидуальных кристаллических структур, то они будут созданы. Для многих сложных веществ характерно образование полиморфных модификаций кристаллической структуры. Такие полиморфные модификации принято обозначать начальными буквами греческого алфавита. В качестве примера посмотрим на вещество, называется нитридом кремния. Его химическая формула силициум-3N4. Известно три модификации его кристаллической структуры. Альфа-модификация нитрида кремния имеет тригональную сингонию. Понятно, что различные модификации структуры вещества будут иметь разные физико-химические свойства. Притом, переход из одной полиморфной модификации в другую резко изменяет свойства вещества.
В бета-модификации атомы кремния и азота объединяются в гексагональную кристаллическую структуру. На этих моделях голубыми показаны атомы азота, а серыми – атомы кремния. А вот гамма-модификация имеет очень сложную структуру. В ней в кубическую сингонию объединены разноформатные группы атомов. В одну группу входят каждые два атома кремния, объединенные с шестью атомами азота. В пространстве они образуют октаэдр. Другая группа состоит из одного атома кремния, объединенного с четырьмя атомами азота, и выстраивается они в тетраэдр. Обе группы образуют пространственную структуру гамма-модификации нитрида кремния кубической сингонии. До сих пор мы говорили только о частицах-атомах, складывающихся в упорядоченную объемную структуру. Но такие же процессы можно наблюдать и с более сложными частицами вещества, молекулами. Они таким же образом могут объединяться в пространственные кристаллические структуры. В этом случае образуется молекулярный кристалл. Сейчас на экране показана поверхность кристалла, образованного молекулами вещества, так называемого гемоцианина. В таких кристаллах молекулы объединяются вандервальсовыми силами, а внутри молекулы, между составляющими их атомами, продолжают действовать те силы, которые образовали молекулы. Далее рассказ сопровождается фотографиями некоторых молекулярных кристаллов. Как видим, это своеобразный мир форм и строений, где каждое вещество проявляет свою индивидуальность. Но в отличие от кристаллов, сложенных из атомов, молекулярные кристаллы имеют намного меньшую прочность. Хотя в них молекулы выстроены по тем же законам симметрии кристаллических решеток, однако в узловых точках их удерживают вандервальсовые силы, а не ковалентные или ионные связи. А такие взаимодействия намного слабее, поэтому прочность и твердость молекулярных кристаллов на порядке меньше. Конечно, в этих рассказах нам нет необходимости рассматривать все варианты образования 14 элементарных ячеек. Наша задача – познакомиться с принципами эволюционных усложнений структуры вещества. И мы увидели, что внутренняя организация веществ развивается от простых пространственных образований, типа примитивной кубической элементарной ячейки, к более сложным, многослойным, плотно упакованным конструкциям, имеющим объемно-центрированную и грани-центрированную сингонию. Принципы исследования внутренней структуры молекулярных кристаллов такие же, как и кристаллов, сложенных из атомов. На экране мы видим рентгенограмму структуры сложного вещества в параллельных рентгеновских лучах. Фотографии, получены таким методом, в честь первооткрывателя называют лауэграммами. Особую роль в нашей жизни занимают кристаллы вещества, которые, собственно, и дали название всему этому виду образования. Имею в виду лед, от которого и пошло название. Эти кристаллы образуются из молекул воды. Они отличаются идеальной чистотой и не содержат никаких примесей. Даже в том случае, когда кристалл рождается в растворах. Это объясняется свойством воды, молекулы которой при кристаллизации никогда не объединяются с атомами или молекулами другого вещества. Поэтому в земных условиях мы не встречаем окрашенного льда. Молекулы воды кристаллизуются в классе дигексагональной пирамиды. Кристаллическая структура льда подобна структуре алмаза. Каждая молекула воды окружена четырьмя другими. Как жидкая вода, так и ее кристаллические формы обладают уникальными свойствами, о которых мы поговорим позже. А сейчас немного о структуре самого льда. Исследователям известны более 10 модификаций объединения молекул воды в кристаллическую структуру. Тот лед, который мы видим вокруг себя, практически всегда имеет гексагональную структуру. При температурах ниже минус 100 градусов Цельсия структура перестраивается в кубическую,
Считается, что одним из наиболее распространенных минералов земной коры является лед, или его известная модификация снег. В земных условиях существует несколько природных модификаций льда – речной, озерный, морской, почвенный. Еще выделяют в самостоятельную модификацию льда плотно слежавшийся, зернистый и частично перекристаллизованный многолетний снег. Его называют фериновый лед. Название произошло от немецкого «фирн» – прошлогодний или старый. Потому что он образован постепенными наслоениями снега, поэтому в его структуре всегда присутствуют пузырьки воздуха. От этого цвет феринового льда белый, и его кристаллы непрозрачны. В результате процессов сублимации этого зернистого снега, фирна, в многолетних ледниках под давлением образуются беспорядочно ориентированные ледяные кристаллы, которые называются глетчерным льдом. Его структура становится особенно выразительной в местах разлома ледников при их движении. Глетчерный лед имеет явно выраженную кристаллическую структуру. Это прозрачные, голубые или слегка бирюзовые огромные залежи в толще ледников. Надо заметить, что все эти модификации имеют различную структуру. Решающее влияние на структуру льда и общий вид кристаллов имеют внешние условия, при которых он образуется. Эти уникальные свойства воды, из которой образуется лед, и который наследует эти свойства, весьма своеобразны и не свойственны другим веществам. Поэтому о таких влияниях внешней среды мы поговорим несколько позже. Каждый кристалл, как форма существования вещества, обладает определенным набором свойств, которыми не будет обладать вещество, находящееся в другом агрегатном состоянии. Мало того, каждый кристалл не только оригинален в плане своей структуры, но и его форма неповторима, что можно истолковать как индивидуальность. Но об этом мы узнаем в следующем рассказе, где мы продолжим знакомство с миром кристаллов. А этот рассказ сейчас закончим.